Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как отучить взрослую собаку кусаться. Правильное и своевременное воспитание – залог хорошего поведения собаки во взрослом возрасте. Если щенком была проведена серьезная работа, скорее всего, повзрослев, он не будет кусать своего хозяина. Но что делать, если момент раннего воспитания по каким-либо причинам был упущен? Как поступать с вредной привычкой кусаться взрослого лающего друга? Давайте разбираться. Мы рассмотрели самые популярные способы, как можно отучить взрослую собаку кусаться, и готовы представить их вам. Покажите собаке, что вам больно, когда она захочет вас в очередной раз укусить. Например, громко вскрикните и сделайте вид, что вы обиделись. Старайтесь какое-то время не общаться с питомцем после его неправильного поступка. Укусы у собаки должны начать ассоциироваться с чем-то негативным. А вот за хорошее поведение, наоборот, хвалите своего питомца. Отмечайте его бережное отношение к окружающим лакомствам или лаской. Ваш лающий друг должен стремиться к тому, чтобы быть воспитанным. Поэтому вам необходимо создать у него ассоциацию, что хорошо вести себя равно получать дополнительное внимание владельца. Старайтесь перенаправлять желание своего питомца. Например, если он хочет укусить вашу руку, предложить ему взамен этого поиграть с жевательной игрушкой. Также можно поиграть с питомцем в игру перетягивания каната. Но следите за тем, чтобы такие игры не провоцировали агрессию у собаки. Не играйте с собакой руками и ногами, это только увеличивает вероятность того, что ваш лающий друг может покусать вас. Приучайте питомца к играм с различными игрушками, а не с вашими конечностями. Если перечисленные способы вам не помогли и собака постоянно хочет напасть на вас и укусить, обратитесь за помощью к кинологу. Скорее всего, в процессе воспитания собаки были допущены серьезные ошибки, которые отразились на психике животного. И помочь исправить их может только специалист. Таковы самые популярные способы, как отучить взрослую собаку кусаться. Однако помните, если вас укусила ваша взрослая собака, которая до этого по отношению к вам никогда не проявляла никакой агрессии, это серьезный повод задуматься о здоровье питомца и показать его зоопсихологу и ветеринару. Такое необычное поведение лающего друга может быть результатом серьезных проблем с его самочувствием. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!